Столица Чувашии вновь станет местом проведения чемпионата России по спортивной ходьбе. В эти выходные 15 и 16 июня в Чебоксары приедут более 200 сильнейших скороходов России из 20 регионов. Соревноваться ходоки начнут на набережной Чебоксарского залива утром в субботу. Мужчины и женщины зайдут на 50 километров. Здесь же в 16:30 пройдет церемония торжественного открытия и награждения победителя и призеров марафонского захода. Сразу же после этого мужчины и женщины отправятся на 20-километровку. В воскресенье соревнования переместятся на стадион Олимпийский. Там впервые в рамках национального первенства проведут межрегиональные соревнования «Юный скороход».